Друзья, всем привет! Привет из Петербурга, из солнечного Петербурга. Я сейчас нахожусь в центре города. Я проходила мимо этой мечети, Санкт-Петербургская мечеть. И я решила записать небольшое видео о ней. Каждый раз, когда я прохожу мимо нее, я всегда останавливаюсь и рассматриваю ее внимательно, потому что она очень красивая. Что я знаю об этой мечети? Эта мечеть была построена, то есть все законченные работы были в 1920 году, но просьбы о том, чтобы ее построить, начинались в конце 18 века. И просьбы были от военных мусульман. По известному календарю Суворина, к 1913 году в городе проживало более 8 тысяч мусульман. Естественно, что вопрос о строительстве соборной кафедральной мечети в столице империи был неизбежным. Дело оставалось за малым. На ее строительство необходимо было за 10 лет найти более 750 тысяч рублей. Собирали с миру по нитке. Сумма ведь по тем временам была немалая. Крестьянин, например, в год получал всего около 150 рублей. Император Николай II разрешил строительство мечети на углу Кронверского проспекта и Конного переулка. Купили два участка земли. Деньги пожертвовал также и эмир Бухарский. Объявили конкурс на строительство, в котором участвовали 45 проектов. Лучшим оказался проект художника-архитектора Николая Васильева. Архитектурный стиль этой мечети – северный модерн. У этой мечети один купол и два минарета. Высота минаретов 48 метров. В этой мечети могут поместиться 5000 человек. Как и во всех мечетях, я думаю, женщины и мужчины молятся отдельно. Мужчины на нижнем этаже и женщины на верхнем этаже. Во время советского времени, в течение нескольких лет, эта мечеть была закрыта, но сейчас она действующая. И сейчас давайте я покажу вам ее поближе.